Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу самый дорогой аккаунт в истории Standoff 2. И притом это не просто самый дорогой аккаунт, это аккаунт, который стоит больше 1 миллиона голды, и на нем даже есть AWM Treasure Hunter. И знаете, что самое главное, что возможно, этот аккаунт подарят мне. Поэтому, ребята, если вы стоите, то лучше присядьте. Также, это очень важно, прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что я хотел бы именно вам подарить Легаси. И чтобы получить, надо просто лайк, подписочка и любой хороший комментарий. Ну что же, всем желаю удачи, а мы идем дальше. 5 минут later. Ну что же, ребята, я зашел на этот самый аккаунт, и это просто легендарный аккаунт, потому что, ребята, на этом аккаунте должно быть куча-куча всего. Давайте обо всем по порядку. Почему же этот аккаунт будет, возможно, моим? Я вам расскажу немножко-немножко попозже. Ну а пока что, ребята, давайте посмотрим на профиль. Что же мы тут видим? Ранг элита. Всего лишь, ребята, как мы видим, около 80 игр. То есть игр очень мало. То есть мы видим то, что на этом аккаунте не играют. На этом аккаунте зарабатывают голду! И сейчас, ребята, мы дойдем до инвентаря, и я вам советую всем присядьте. Просто присядьте, потому что, пацаны, вы можете провалить пол. В союзниках 67% побед, лучший ранг чемпион. Ой, соболезно. Пушкарь, обращайся. У меня мастер, если надо, могу пробустить. Так, общая статистика, тут у нас КД 3.7. Тут, ребят, база Розира, с КД все в порядке, все хорошо. И давайте посмотрим историю матчей, как же у нас играет Пушкарь. А то мало ли Пушкарь, ну, уголимая, мы даже не знаем. Так, на предпоследнем месте. Ну и как так не стыдно? Ну, и где не стыдно? Ну и как так получилось, Пушкарь, предпоследнее место? А ну-ка, а вот тут? Давайте вот эту игру. Тут у них была победа, тут 10 на 9. Фух, ну хоть в одно КД вышел. Ха! Ладно, ребят, на самом деле Пушкарь играет очень хорошо. Я против него играл, это просто что-то с чем-то, он просто машина. Ну, короче, ребят, посмотрели, да? Пока что на инвентарь я нажимать не буду, но просто обрати внимание, там новых 910 предметов. 900, мать его, 10 новых предметов! Как такое возможно, я не понимаю. 910 новых предметов. Чувак, ты что там покупал? Так, ну что, ребят, давайте посмотрим клан. Клан Пушкарь Тим, то есть все по дефолтскую. Как я понимаю, у него в клане состоят тоже, наверное, большинство трейдеры. Заявочки в друзья. Ребят, ну куда без этого? 21 друг всего лишь? Обалдеть. Кстати, а кента я почему-то в друзьях не вижу. Пушкарик, надо исправляться, надо меня добавлять в друзья. Хотя, если это станет моим аккаунтом, то я сам себя добавлю в друзья. Брейн. Так, смотрим, заявочки. Ну, ребят, то есть тоже все в порядке. Видимо, аккаунт популярный, говорится, вес имеет. ID у нас начинается на семерочку, ID, кстати, тоже очень блатной. 7-0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 -
бежит, дай алты, я бедный школьник. Давайте проверять. Привет, как апнуть легенду? Напишу, я сам хз, я нуб. Ну, сейчас так, по-братски. Пушкарь, ПЖ возьми, прокачка на 3000 голды. Могу взять в прокачку на одну голду. Не, ну а шо люди наглеют? Ребята, имейте совесть. Пушкарь все-таки не миллионер. Так, год дуэль на мою мечту. На АКР Тайгер. Вот это, ребята, чисто панчлайн кинул всем. Нормально. Чисто всех, кого можно было зарофлить, всех зарофлили. Так, ну что, ребята, давайте прямо сейчас мы будем приступать к самому-самому интересному. Это смотреть инвентарь. Так, ребят, готовьтесь. Просто готовьтесь. Опа, небольшая разминочка перед инвентарем. Все готовы? Давайте, ребята, поехали, мужики. 1, 2, 3, опа. Опа, не, ну пока что ничего удивительного. Да, 17 тысяч голды. Ну у меня, ребят, вообще 130 тысяч голды. Поэтому это такое, это ерунда. Да, Хэллоуин стикер пак, да, это круто. Ну а где? Ой, блин, вот это балдюжи. Посмотрите на эту малышку. Ё-моё. АВМ Treasure Hunter, как же я давно его не крутил. Ребята, кто знает, у меня уже было 2 АВМ Treasure Hunter, я их оба продал. Ну как же я по ним скучаю, как же я скучаю по АВМ УТХ, блин. Блин, пушкарь, брат, можешь мне тебя заскамить? Какой хороший АВМ УТХ. Блин, ребята. Ладно, конечно, я шучу. Если я этот аккаунт и получу, то только по правилам пушкаря. А какие это правила, вы знаете немножко попозже. Так, ну чё, пощены. Смотрим дальше. Desert Eagle, Якудзи, Статрек. Не, ну тут, братик, я спорить не буду. Тут
Скин красивый, говорится, все патчи, чтобы без обмана у начальника Сулеймана. Ну, ребята, как-то. Пахнет обычным, пахнет дефолтом, брат, это дефолт. Сейчас Desert Eagle Yakuza 100 трек есть у каждого второго. 100 треках Air Dragon. О, а вот это уже интересненько. 4 крутых наклеечки. Нет, тут база Розира. Слушайте, ребят, как вы думаете, а за сколько можно этот Air Dragon продать? Вот как вы думаете, напишите ваше предположение в комментариях. Да, ребят, тут есть Авик ТХ, тут есть куча других скинов. Но это только начало. Мы только начнем листать 5-7 Poison. Кстати, у меня никогда не было скина 5-7 Poison. Блин, еще и с такими крутыми наклейками. Мне вот реально интересно, сколько он стоит. Я просто еще не понимаю, почему у трейдеров все скины с наклейками. Так, листаем вниз. Тут, ребят, тут рарочки, ну тут ничего интересного нету. Ну, опа. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот прямо сейчас, ребята, между нами, пацанами, небольшой секретик. Короче, прямо сейчас смотрите, что закупают трейдеры и покупайте те же самые наклейки. Потому что если трейдеры купили вот эти вот наклейки, значит они точно будут дорожать. Но я вам отвечаю, почему? Ну, трейдер же не будет себе в минус работать. Тем более трейдер такого масштаба, у которого есть Авик ТХ. Я просто в шагах. Посмотрите, стикер Frosty Storm, стикер Golden Ox. И, ребята, мы еще не пролистали в самый низ, это только самое-самое начало. Просто посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, а сколько они стоят? 2000 голды! 5 штук! Обалдеть! Да, ребята? Вот это, конечно, балдеж! Тут, пацаны, я не поспорю. Стикер Sakura Color. Слушайте, я даже не знал, что трейдеры скупают вот эти вот наклеечки. Не, ну если бы я знал, я бы их тоже купил бы, ребят. А че же мне сказали-то сразу, что надо закупать эти наклейки? Все, ребят, понял. Берем листочек, ручку и записываем. Стикер Sakura Color надо покупать. Дальше. Стикер Shadow Kitsune. Ну, походу, тоже надо покупать. Если трейдеры покупают, то и нам надо покупать. Дальше. Стикер Zen Ship. Блин, эти наклейки надо покупать, я не понимаю. Мне кажется, или трейдеры просто все подряд арканы наклейки скупают. Ребят, я не понимаю. Ну, короче, я вам скажу только одно. Скупайте те же самые наклейки, что и трейдеры, потому что они точно знают, что подорожает. Блин, ну, кстати, вот эта легендарка наклейка, я бы никогда в жизни не подумал, что трейдеры будут их скупать. А стикер Snow Queen Shop скажете? Это только начало! 22 тысячи голды! Обалдеть! Просто, ребята, представьте, что же со мной сделать Пушкар, если я еще применю, ну, например, на какой-то, ну, на какой-то, например, на какой-то эмочку импортал. Ладно, ребят, мы так делать не будем, мы не хулиганим, мы сюда пришли с миром, и если заберем этот аккаунт, то только, ребята, по-честному. Так, давайте посмотрим стикер Zen Ship, а ну-ка. Ну, 3 штучечки, все по дефолтику, 500 голды. Слушайте, а сколько стоит этот инвентарь? Мне вот реально интересно. Реально, этот инвентарь максимально дорогой, это только начало, это только арканы, наклейки. Обалдеть, сколько же тут разных наклеек, я не знаю. Короче, ребята, кто посчитает примерную стоимость этого аккаунта и напишет, сколько этот аккаунт стоит в комментариях, и кто будет ближе всего к правильной сумме, то тот человек лично от меня получает промокодик на Kunai Poison. Так что, ребята, прямо сейчас пишите, как вы думаете, сколько стоит вот этот вот аккаунт. Так, ну что, листаем. Опа. А пошли-то Хэллоуин наклеечки. Не, слушайте, я, конечно, все понимаю, но... А где скины? А почему это у трейдеров только наклейки? Это нормально по-вашему? Ага. Ничего себе, стикер Devilish. И сколько он стоит? 4 штуки. И каждый из них стоит по 4500. Обалдеть, ребята. Сколько стоят вот эти наклеечки? Кажется, они дешевые, да? По 22 голды, слушай. А вот это для меня уже интересно. А почему трейдеры покупают вот эти вот наклейки? Не, вот это реально уже интересно. А разве вот эти наклейки, они выгодные? Не, ну если бы... Подождите, а зачем покупать? Вот эти наклейки зачем покупать? Ребята, кажись, мы с вами что-то не знаем. Кажись, трейдеры устроили какой-то заговор. Ну, пацаны, мой совет. Все, что вы тут видите, все можно смело покупать. Также, ребята, стикер Polard Clarity. Это очень крутая наклейка. Эту наклейку очень часто клеят на разные диглы. Вы посмотрите, сколько ее тут, блин! Так. Я уже хочу посмотреть, что же есть тут еще из дорогих предметов. Так, стикер Snot. 2000 голды, и тут их сколько? 4 штуки. Обалдеть, да, ребята? Определенно, это самый другой аккаунт в моей жизни, на котором я когда-либо был. Так, еще Хэллоуин наклеечки, еще стикер Бум. Но тут, ребят, ничего удивительного. Они стоят по 800 голды, ну, не так-то и много. Так, ребят, листаем дальше. Опять наклейки-то, блин! А это что за прикол? У меня такое ощущение, что чисто все наклейки подряд скупает. Алё, гор... О, ой-ой-ой. А что это? А что это?
Ореженки Эльсичек, да ты что? Иди сюда. Вы просто, ребята, посмотрите. Уэллс продает скины. Нифига, ничего себе, Уэллс за Origin Кейсиков. Обалдеть, посмотрите. Вот это ютуберы живут, а говорят, ютуберы бедные, да? Так, ну ладно, ребят, что мы видим на этом аккаунте? На этом аккаунте у нас есть еще один Origin Кейсичек. Посмотрите, сколько перчаток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блин, тут сколько перчаток. Я даже их пересчитать не могу. Так, ох, а вот теперь пошли ножички. Как я понимаю, тут, ребят, каждого ножа по одной штуке. Просто посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте, давайте так считать. 14, 19, 20 ножей. Посмотрите, сколько разных аркан, сколько всего, сколько разного добра. Ой, блин, ой, блин. А еще говорят, ютуберы бедно живут. Вы посмотрите, как ютуберы трейдеры живут. Посмотрите, это М40 монстр. Это М40 монстр, статрек. Вы посмотрите, какие крутые наклейки. Блин, кстати, я впервые вижу, как красиво смотрятся наклейки именно на М40. Очень прикольно, очень красиво, они такие маленькие какие-то, да? Очень круто. Так, ну что, ребят, давайте смотреть дальше. Desert Eagle Якудзе. Ой-ой-ой-ой-ой, вот этот балдежик. А это уже второй Desert Eagle Якудзе. Понял, понял, понял. О, G22 NES, посмотри-ка наклейки. Тут есть Punisher, Punisher, Snow Queen, Metal Red и Самурай. Ребята, вызывайте санитаров, потому что мне уже становится плохо, давление подскакивает. Посмотрите, какие тут наклейки, это нормально. А вы МТР, Скотч Пачмак! Блин, какой же он красивый, вау! Очень Пачмак, ребят, три Gold School, это просто балдеж. Прожмите за это лайк, потому что это реально самый дорогой аккаунт, который, наверное, и вы видели, и я видел, и все видели. Вот это да, 3 Gold School, чтобы понимали, сейчас один Gold School стоит 200 тысяч голды. То есть вот это АВМ, примерно, ее можно реально продать за 200 голды, ее реально купят. Это очень круто. Блин, я просто в шоках. Чтобы понимали, тут нет вообще ни одного обычного скина. Даже дробаш скиллы наклейка. Не, ну это нормально. Не, ну это нормально, вот так люди живут. Некоторые подписчики пишут, Кент, у меня инвентарь на 1 голду. А у некоторых вот такие вот инвентари. Да, ребята, хэштег непоганенько. АВМ Спорт В2. Не, ну что могу сказать? Ну, наклейки, конечно, неплохие, но у меня покруче, да? У меня 4 дрэгона. Хотя нет, вот эти наклейки дороже. У меня 4 дрэгона, тут хэллоуин наклейки. Ну да, по идее, этот авик даже дороже, чем мой. Но мои наклейки дрэгоны мне нравятся гораздо больше. Очень круто. АКРТР 4 голоскола. Ребята, я хочу этот аккаунт себе. Я хочу этот аккаунт себе. Я хочу этот аккаунт себе. Я хочу. Просто у меня нет слов. Я хочу этот аккаунт забрать себе. Вы посмотрите, ребята. Я не верю. Desert Eagle Dragon. Посмотрите, какие наклейки, да? Опять 4 арканы. Ничего себе, сказал я себе. Да, ребята, я просто в шоках. Я скажу так. Я уверен, что на этом аккаунте очень большой онлайн. Вот просто ради интереса. Сколько часов? 2000 часов. Обалдеть. Так, ребят, обратно листаем и смотрим, что же мы еще пропустили. Так, ну что же, ребята, теперь листаем самый-самый низ, потому что снизу будут опять наклейки. Опять наклейки, да-да-да. Так, ага, а вдруг мы еще что-то пропустим, смотрим. Так, ребят, все внимательно, смотрим, все нормально. Опа, пошли арканы наклейки, пошли дарки наклейки, пошла богатая жизнь. Стикер Big Boy, а сколько он стоит? 109 голды. Так, ребята, после этого видео я себе куплю очень, ну прям очень много наклеек. И я вам тоже советую сделать так же, потому что это трейдеры. Даже думать не надо. Тоже купили трейдеры, покупаем тоже. Так, ребят, обалдеть. Вот это, конечно, крутяк. Вот это инвентарь. Слушайте, как вы думаете, сколько он стоит? Я просто в шоках, да? Не, вот это нормально, нормально. Посмотрите, и посмотрите, есть абсолютно все медали. Ну или практически все медали есть, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медалей. Короче, ребята, вот этот человечек сказал, что возможно мне подарит аккаунт. Пушкарь, брат, скажи, каковы твои условия, я готов на все. Брат, хочешь любой, приедем, брат, приедем. Полтаве, брат, в центре Полтавы устроим зарубу. Брат, любое условие, ну, говори. Смотри, бой будет, но не кулачный. Я предлагаю сыграть дуэльку. И если ты выиграешь, то, собственно, можно как бы подумать о том, чтобы отдать тебе этот аккаунт. Навсегда? Ну да. Хорошо. Пацаны, прямо сейчас, если вы наберете 15 тысяч лайков. Короче, ребята, если вы
Прямо сейчас наберете 15 тысяч лайков, то я снимаю дуэль против Пушкаря, и если я побеждаю, то вот этот вот весь аккаунт, посмотрите, где есть АВМТХ, где есть Gold School, где все самые дорогие скины, где куча аркан наклеек, этот аккаунт будет моим. Короче, ребята, если вы наберете 15 тысяч лайков, то я сниму видео, где мы сыграем дуэль против Пушкаря, и я обязательно выиграю его аккаунт. Поэтому, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ссылочка также на канал Пушкаря будет в описании. С вами был Кентуха и... Пушкарик Пик.